Международный театральный фестиваль «Утроица» в 10-й раз собирает исполнителей, зрителей и жюри. Подготовка к фестивалю начинается с отсмотра спектаклей претендентов, и коллектив театрального «Ковчега» в Дубраве старается сделать программу максимально разнообразной. А фестиваль не только показывает срез театральной жизни, что, на мой взгляд, очень важно, потому что можно сидеть в Москве, посещать все премьеры и не знать, что происходит в театрах страны. Можно приезжать в какие-то театры и отрабатывать там. А вот этот, то, что называется театральный процесс России, можно увидеть только на фестивале. И дальше уже есть какие-то фестивали с более бедной афишей, которые строят свою программу на 3-4 театрах. У вас очень много театров, и это интересно. Музыкальная поэма «Я Будда» рассказывает о пути великого учителя, о том, как индийский принц Сиддхартха Гаутама постигает главные вопросы жизни. Я думаю, что каждому гражданину нашей страны нужно знать основные конфессии, как мусульманство, православие, католицизм и буддизм в том числе. И данный спектакль помогает, наверное, как-то ознакомиться вообще с сутью буддизма и немножечко познакомиться с его философией. Режиссеры спектакля «Я Будда» Борис Манджиев и Виктор Хаптаханов. Они передают самобытность и культуру Древней Индии через яркие народные индийские танцы. Оживает на сцене искуситель Мара, воплощение всех видов зла и препятствий на духовном пути. Что вас смущает? Мои морщины? Седина бессилия? Потухшие глаза и рот косой? Все это старость, юноша. Простите, и вы таким же будете. Кто? Я? Одерните же мой деватата! Он вредит все своим безумным ртом! Буддийские монахи консультировали актеров во время постановки, привнесли исполнители в образы своих героев и личные опыты и наблюдения. Ачир Эрднеев играет царя Шудадана, отца будущего Будды. Я сам являюсь отцом двух детей. Я очень сильно боюсь того момента, когда они скажут: «Папа, мне пора идти, пора двигаться дальше». И, наверное, вот этот страх отеческий и огромное желание защитить и оградить от всех мирских каких-то злых мыслей, это я постарался передать своему герою. Уже совсем скоро жюри подведет итоги фестиваля «Утроица», сделает свой выбор и зритель. В этом году впервые будет вручен приз зрительских симпатий. Ну а зрители уже получили главное – эмоции от театральных постановок. Оксана Мирошникова, Сергей Власов, ТВР-24.